Делегация Алтайского края сейчас находится с визитом в Татарстане. Ее цель – познакомиться с экономическим потенциалом региона. Кстати, накануне губернатор Виктор Томенко подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором местной компании «Татнефть» Наилем Магановым. В лице «Татнефти» мы получили отличного партнера, отметил Томенко. Наши предприятия теперь смогут поставлять в Татарстан специализированное энергетическое, а также оборудование для нефтехимии и нефтепереработки. Сотрудники «Татнефти», в свою очередь, смогут лечиться и отдыхать в Алтайском городе-курорте федерального значения Белокурихи. Направлений для сотрудничества множество, отметил губернатор края на встрече с главой Татарстана. Если мы хотя бы на 20% выполним то, на что, значит, замахиваемся, то эффект уже будет ясен и чувствителен. Перспективы очень хорошие. Самое главное, есть желание наших коллег. Будем вместе работать.